Найтитулованіший олімпієць в історії, 18-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс вирішив поновити активні виступи. На що він може розраховувати, якщо повернення відбудеться, і чому взагалі повертається? Ми поцікавилися точкою зору Дениса Силантьєва. Срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи Денис Силантьєв виступав з Фелпсом на дистанціях батерфляєм на Олімпіаді у Сіднеї і чемпіонатах світу у Фукуоці та Барселоні. Денис пояснює рішення Фелпса кількома чинниками. Перший – Майкл відстежує результати на своїх дистанціях і пересвідчується, що вони не ростуть. Це підштовхує його повернутися. Я думаю, що, може бути, Майкл Фелпс посмотрел на результаты чемпионата мира, и результаты были явно слабее, чем он когда-то это выигрывал. То есть на 2-3 секунды результаты слабее, чем он имел свой лучший результат. Поэтому подумал, наверное, почему бы не попробовать. Время ушло, и сейчас выросли спортсмены, которые намного лучше переносят нагрузки, намного быстрее восстанавливаются. Дело в том, чтобы Майклу Фелпсу вернуть свои результаты, ему нужно такие же нагрузки перенести, какие он переносил во время тренировок, готовясь к Олимпийским играм либо к чемпионатам мира. Я не думаю, что он сейчас это сможет сделать. Балтиморська куля, як звуть цього майстра блакитних доріжок, пройшов тестування на допінг. Це є першим кроком до поновлення кар'єри для спортсменів, які не змагалися тривалий час. Як відомо, Фелпс оголосив, що йде зі спорту після ігор у Лондоні, але не витримав тягара звичного життя. Буденність – другий чинник, що, на думку Силантьєва, змушує повернутися володаря 22 олімпійських медалей. Конечно, мотивация здесь очень сложна, потому что все, что можно было, он доказал людям, он выиграл все медали, которые можно было выиграть. Поэтому я думаю, может быть, ему не хватает еще того адреналина и тех чувств, которые испытывает спортсмен, выступая на соревнованиях, становясь на пьедестал почета. Конечно, я, когда могу сказать по себе, когда я закончил плавание, мне этого очень не хватало. У меня, можно сказать, как у больного человека была ломка такая. То есть я хотел пойти на тренировку, я хотел готовиться, я хотел тренироваться, я хотел выступать. И прошло несколько лет, прежде чем я смог вот это вот все пережить и перебороть в себе. Я думаю, что Майкл переживает сейчас такое же. На думку Дениса Силантьєва, феномен Фелпса – американський продукт, якому на українському ґрунті прорости складно. Дело в том, что выходя на такой уровень, на уровень Олимпийских игр, здесь не может быть мелочей. И на спорт в Америке работает целая индустрия. Индустрия науки, индустрия спортивного питания, индустрия спортивных снаряжений. То есть много-много всего работает. У нас, конечно же, спортсмены на сегодняшний день предоставлены больше самим себе. То есть у нас есть спортсмен и тренер, которые работают, не покладая рук и все отдавая. Дальше уже идут люди, которые должны обеспечить им эту работу. И там уже начинаются небольшие сбои. Точнее, даже не небольшие сбои. Вот я думаю, из-за этого, если все начнут работать как одна команда, как это делают там в Америке, в Австралии, в других, в Японии очень хорошо это делают, тогда мы, конечно, будем иметь результат. Сьогодні 22 олімпійські медалі Фелпса – взірець для інших. Недосяжна мрія. Реальним орієнтиром для українських плавців є хоча б одна нагорода на іграх. Дві попередні олімпіади для вітчизняних майстрів блакитних доріжок виявилися безмедальними. Все залежить від амбіцій і від бажання. Треба просто повірити в себе. Конечно, когда я первый раз выиграл чемпионат мира, многие не могли поверить, что Украина может вообще бороться с какими-то спортсменами, такими как там, американцы, австралийцы. И я сделал этот первый шаг. За мной люди уже стали верить в то, что это можно делать. На сегодняшний день такая тенденция, вот даже тренера мне говорят о том, что спортсмены не такие трудолюбивые, они не так отдаются тренировкам, как это делали раньше вот мы. Мы, я имею в виду тренеров, да, и спортсменов, продукт советской системы, которые привыкли отдаваться всему, что ты делаешь, полностью отдаваться. Сейчас немного другие люди, немного другие дети, их сложно мотивировать чем-то. Вот. Им пытаются создавать условия, но опять-таки думают о том, что мы сейчас создадим условия, и спортсмены поплывут. Нет, это не так. Нужно спортсменов с детства растить и растить в них культ спорта, культ того, что без того, что ты приложишь сил, ты не добьешься не добьешься цели, если ты не приложишь силы. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».